Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Это я, ее ведущий, Гермес Фалькао-младший. Я очень рад быть с вами сегодня и говорить на одну из моих любимых тем — Христос — Целитель. Вы слышали, что Иисус — единственный путь к спасению? Нет другого имени, в котором надлежит людям спастись. Но мы должны понимать, что в спасение также входит еще один атрибут Иисуса, который мы явно видим в Писании. И не стоит забывать, что Его неотъемлемая часть. Иисус не только Спаситель. Да, разумеется, самое важное — это спасение наших душ. Но Иисус также является Целителем наших тел. И сегодня я хочу обсудить с вами эту тему, чтобы пролить свет на важность исцеляющего служения Иисуса для каждого из нас. Я хочу прочесть вам несколько мест Писания, не просто для того, чтобы доказать вам важность исцеления, но чтобы вы могли принять его в свой дух. Может, вы смотрите на экран, и у вас болезнь в теле. Вы страдаете от какого-то заболевания, терпите боль, вынуждены принимать лекарства. Вы проходите страшные испытания. Вы совсем измучились и опустили руки из-за вашей немощи. Я верю, что Бог Духом Своим дает помазание, которое может вас освободить. В конце программы я помолюсь о вас. Я прошу вас оставаться с нами до конца программы. Я хочу освободить Слово Господне на вашу жизнь и ваше физическое тело. И верю, что Иисус исцелит вас сегодня во славу Божью. Матфея, глава 14, стих 14, сказано: «И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». Итак, нам важно понимать, что Иисус учил, проповедовал добрую весть и исцелял больных. Иногда в церкви происходит дискуссия о том, является ли актуальным служение исцеления в наше время. Некоторые верят, что исцеления были только во времена Иисуса, а сейчас их просто нет. Есть и те, кто верит, что если человек заболел, значит, Бог хочет преподать ему урок. Но в Евангелиях нам ясно видно, что Иисус смотрел на служение исцеления и какова была его позиция по отношению к болезням и немощам. Библия говорит, что он увидел множество людей и сжалился над ними. И его сострадание выражалось в том, что он исцелял людей. Я верю, что первая причина, по которой Бог исцеляет, состоит не в том, что Он хочет доказать свое существование или правдивость Писания, но в том, что Он любит людей. Он хочет проявить к ним свою любовь, продемонстрировать, насколько они важны для Него. Поэтому Библия говорит, что Иисус смилосердился над народом, сжалился над ними. По причине сострадания к ним Он исцелял больных. Поэтому я хочу уверовать вас сегодня, что Бог сострадает своему народу, Бог сострадает своим детям, и Он хочет видеть вас здоровыми, Он хочет видеть вас исцеленными, чтобы вы наслаждались благословениями, которые Иисус купил для вас на кресте. Говоря о сострадательности Христа, не будем забывать, что Он проявил ее даже до своего распятия. Поэтому, когда мы говорим о Христе как Целителе, мы должны понимать слова, сказанные Евреям в 13 стихе. «Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же». В оригинале имеется в виду, что Иисус тот же во всех отношениях, во всех аспектах. Вчера, сегодня и вовеки. Вот что это обозначает. Это значит, что если Он исцелял больных 2000 лет назад, когда был на земле, и если Он сострадал больным, и поскольку Он вчера, сегодня и вовеки тот же, то Он и сейчас такой же, Он также сострадателен и сегодня. И сегодня Он имеет такую же силу, как имел тогда. Помазание, в котором Он действовал на земле,
и до сих пор действует на земле через Духа Святого, который движется в церкви. Мы с вами носители Божьей силы и Божьего исцеления на земле. Сегодня Он хочет проявлять сострадание к людям через тебя и меня. Поэтому один из ключей к исцелению является сострадание. Я верю, что Иисус все еще сострадает всем больным людям на земле. Обычно люди получают исцеление через других людей, верующих в Христа, являющихся носителями Божьей силы на земле, Духом Святым. Дух Святой сходит на верующих, снаряжая их на служение. Он дает им силу, чтобы они творили дела Божьи. Если вы хотите, чтобы Бог использовал вас в служении исцеления, если вы хотите, чтобы Бог касался жизни людей через вас и приносил им исцеление и освобождение, вы должны просить Господа дать вам Христово сострадание, чтобы вы могли двигаться в том же сострадании, какое имел Иисус в Матфея, глава 14, стих 14. Я хочу прочитать вам еще одно место, в котором речь идет о сострадании Христа. Это также одна из причин, почему Иисус исцеляет сегодня. Потому что все мучения, которые Иисус претерпел на кресте Голгофы, Он претерпел за наши грехи. Да, это правда. Но Библия также заявляет, что ранами Иисуса мы исцелялись. Я слышал, некоторые говорят, что здесь речь лишь о духовном исцелении. Но мы должны четко изучать оригинальный текст Писания. Здесь стоит еврейское слово, указывающее на физическую боль. Мы исцелены от физической боли, то есть от конкретных болезней. Кто-то скажет: «Гермес, я думаю, ты не прав». Но так говорит нам оригинал Библии. И чтобы это доказать, нам стоит прочесть Матфея, глава 8, стих 16. Здесь говорится об этом месте Писания. Смотрите, что здесь сказано. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духом словом и исцелил всех больных». 17 стих. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Эти два стиха 8 главы Евангелия от Матфея говорят конкретно о физических болезнях и недугах. Здесь не идет речь о духовной болезни, потому что, говоря о духовном мире, мы были вообще духовно мертвы. Но во Христе мы воскресли, мы были не больны духовно, а мертвы в грехах и беззакониях наших. Так говорит Библия. Но благодаря Христу наш дух ожил. Для того, чтобы доказать, Иисус изгонял бесов, исцелял всех больных. Для чего? «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Здесь ясно видно, что Матфей цитировал пророчество Исаии. Евангелие от Матфея направлено к евреям, чтобы показать им, что Христос и есть Мессия. С этой целью Матфей цитирует пророков. Он хочет показать им, что Христос — обещанный Мессия. Потому что здесь он проводит 53 главу Исаии. Он говорит, что Иисус исцелял больных. Не больных духовно, а больных физически. Для меня большая радость принести вам эту весть, в особенности, если вы больны. Бог коснется вас сегодня своей силой и своим помазанием, и Он лишит болезнь и немощь власти над вами во имя Иисуса Христа. Сейчас мы пойдем на перерыв, после этого мы продолжим это послание, и я помолюсь за вас, за ваши нужды. И я верю, что Господь коснется вас своей любовью и силой. Бог любит вас, и продолжайте верить, и никогда не опускайте руки. Господь все видит. Добро пожаловать на наш раздел «Вопросы и ответы».
Вы присылаете ваши вопросы, а я со своей стороны стараюсь ответить на них на основании Писания. В ходе программы вы увидите на экране наш имейл. Присылайте нам свои вопросы. Я постараюсь на них ответить. Люди присылают нам вопросы с разных стран и уголков Земли. Сегодняшний вопрос поступил к нам из Индии. К нам приходят письма из Америки, из Финляндии. Не забудьте прислать нам ваш вопрос. Мы обязательно учтем его, чтобы мы могли принести назидание телу Христа. Как я уже рассказал, сегодняшний вопрос поступил к нам из Индии, от Паркера. Кто такие сыны Божьи, о которых речь идет в Бытии, глава 6, стих 2? О каких сынах Божьих говорится в этом Бытии? Об этом месте Писания идет множество споров. Наверное, поэтому к нам и поступил этот вопрос. Это место вызывает массу вопросов и противоречий. Для начала я прочту вам это место, чтобы вы были в курсе, о чем идет речь. Я прочту с 1 стиха. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Итак, Паркер спрашивает, кто эти сыны Божьи? У этого стиха есть два главных истолкования. Я приведу вам оба обоснования. Это самые известные истолкования этого места библейскими экспертами. Первое истолкование состоит в том, что сыны Божьи — это дети Сифа. Потомки Сифа восстали против Бога и смешались с дочерьми Каина. Такое истолкование существует со второго века. То есть они верили в то, что сыны Божьи — это потомки Сифа, а дочери человеческие — это дочери Каина. Они смешались друг с другом, и это произвело много проблем. Это одно истолкование. Но есть еще одно истолкование, согласно которому сыны Божьи — это ангелы. Почти все ранние источники верили именно так. Дело в том, что в еврейском тексте сыны Божьи обозначены как «бене», «ха», «элохим», что может означать «ангелов». Так в книге Иова, глава 1, стих 6 и глава 2, стих 1, это словосочетание обозначает ангелов. Вы помните, как ангелы и Люцифер пришли поговорить с Богом? Там тоже стоит «Бене ха Элохим». Эта группа экспертов утверждает, что поскольку в остальных случаях эта фраза означает «ангелов», она встречается всего три раза в Библии. Потому что в Бытия, глава 6, стих 2, эта фраза не должна означать «ангелов». Они верят, что ангелы спустились на землю и вступили в связь с дочерьми человеческими. В результате родились исполины. Итак, я привел вам два обоснования. Вы можете найти больше материалов на эту тему. Но эти два обоснования являются самыми авторитетными интерпретациями данного места Писания. Спасибо вам за ваш вопрос. Я благодарен всем за ваши вопросы. Мы будем выбирать наилучшие из присланных вами вопросов, чтобы дать вам ответ в эфире. Не забудьте прислать ваш вопрос. Сейчас вы увидите на ваших экранах наш электронный адрес. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на наш электронный адрес, чтобы мы могли ознакомиться с ними и рассказать в прямом эфире. Мы вернулись. Итак, Христос — Целитель. Иисус любит вас. Это не просто клише, которому учат в церкви. Это реальность. Он сострадает, когда вам приходится проходить трудности, болезни и боль. Я верю, что сегодня Божья сила и любовь сойдет на вас, и вы будете исцелены во имя Иисуса. Мы получили множество свидетельств исцелений за последние несколько лет. Люди получили исцеление через телевидение и интернет, через медиа-ресурсы, а также на наших служениях по всему миру.
люди получали физические исцеления, что было подтверждено врачами. У некоторых исчезали опухоли, исчезали камни в почках. Я помню одну женщину в Бразилии. Это было не так давно. Она была на нашем служении, где присутствовали сотни людей. Это была большая церковь. И я не мог помолиться за каждого по отдельности, с возложением рук. Но я высвободил слово Господа в зал, и у этой женщины был большой камень в почке, и ей требовалась операция по удалению камня из почки. Ее мучили ужасные боли. Она еле добралась на служение. Она сидела в зале и говорила: «Господь, я верю, что Ты можешь коснуться меня прямо здесь». Она сидела сзади. Я стоял на сцене и высвободил слово исцеления. Она сказала, что она ощутила, как ее спину охватил огонь. Она почувствовала, как Божий огонь движется к ее почкам. Почки горели огнем, и после этого она ощутила, что боль ушла. Она встала и осознала, что она полностью исцелена. После этого она обратилась к врачу, чтобы ее проверили перед операцией. Она сдала все необходимые анализы, сделала снимки, и исследование показало, что в ее почке больше не было камня. Аллилуйя! Слава Господу! Она засвидетельствовала на своем исцелении о том, что пошла к врачу и подтвердила свое исцеление. Господь исцелил ее, несмотря на то, что она сидела в конце зала. Не было молитвы с возложением рук. Я вообще не видел ее и не знал. Но позже она написала на мой электронный адрес и выслала отсканированные снимки своих почек до молитвы и после. Она написала: «Я полностью исцелена». Через короткое время она забеременела. У нее родился сын. Слава Господу! Потому что я верю, что вы можете получить исцеление через интернет, через телевидение и непосредственно на служении. Я говорил вам о сострадании Христа, о Его любви. В нашей онлайн-школе мы проводим целых 10 уроков, посвященных исцелению. Вы можете присоединиться к нашей онлайн-школе и узнать больше об этой теме. Среди наших студентов есть те, кто никогда раньше не молился за людей, но они получили откровение об исцелении, получили силу от Бога и начали двигаться в служении исцеления и видят плоды. Если вы хотите, чтобы Бог вас использовал, записывайтесь на нашу онлайн-школу. Многие люди из Финляндии, Норвегии, Бразилии, Америки получили благословение, учась в нашей школе. Поэтому не упустите эту возможность. В Марка, глава 2, мы видим историю о парализованном, которого друзья внесли через крышу. Когда Иисус служил ему, Он сказал: «Прощаются тебе грехи твои», что вызвало недоумение присутствующих. Они подумали: «Кто Он, что говорит, прощаются тебе твои грехи? Только Бог прощает грехи». В 9 стихе Иисус сказал: «Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе твои грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, говорит тебе: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал, взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Одна из причин, почему Иисус исцелял тогда и исцеляет людей до сих пор, состоит в том, что Иисус подтверждает свою власть прощать грехи. Чудесами и знамениями Он подтверждает проповедуемое им Слово. Поймите, исцеляя, Иисус тем самым подтверждает то, что сказано в Библии. Поэтому для нас особая радость видеть сегодня, как Бог исцеляет людей. Ведь это подтверждение того, что Евангелие никакая не сказка, не ложь, не выдумка человека, но реальность.
Иисус живой сегодня, и Он единственный путь на небеса. Поэтому, когда кто-то исцеляет, это свидетельство того, что Евангелие — реальность. Но никогда не принижайте значение исцеляющего служения Христа. Я встречал людей, которые говорили, что исцеляющее служение не так уж и важно. Поймите, в данном случае Иисус использовал исцеление для того, чтобы доказать, что Он имеет власть. Он говорит, что легче сказать: «Прощаются тебе твои грехи», или сказать: «Встань, возьми постель твою и ходи». Потому что не стоит недооценивать служение исцеления Христа, потому что оно подтверждает Евангелие. Итак, мы говорим о Христе как о нашем целителе. Сюда входит Его сострадание, искупление и то, что исцеление является доказательством Его власти, исцелением Слова Божьего. Когда ты кого-то любишь, ты хочешь, чтобы этот человек был здоров. Говоря о причинах, почему Иисус исцеляет, я не могу не отметить еще одну. Бог воскресил Иисуса. Для чего? Если ты мертв, то ты больше ничего не сможешь сделать. Ты мертв. Если человек умер, его хоронят, и все. Он уже ничего не сможет сделать для этого мира. Если человек ходит сегодня по этой земле, то он живой. В прошлой программе я рассказывал вам историю о том, что если вы заблудились в лесу и встретили двух людей, на одном из них форма спасателя, а другой лежит на земле мертвым, кого из них двоих вы попросите о помощи? Конечно же, живого, да? Иисус все еще исцеляет сегодня, потому что Он живой. Ваше исцеление подтверждает Его воскресение. То, что люди исцеляются, несет в себе послание о том, что Иисус живой сегодня, потому что мертвые ничего не могут сделать на земле. Слава Господу! Я хочу сейчас помолиться о вас. Я говорю, что Господь мощно коснется в вашей жизни и высвободит на вас свое исцеляющее помазание, исцеляющую силу. Давайте выделим это время, чтобы войти в присутствие Бога, и Бог высвободит свою славу и свою силу в вашей жизни. Я еще много могу говорить об исцелении, но будет лучше, если вы зайдете на наш сайт и прочтете свидетельства людей, закончивших нашу онлайн-школу. Я уверяю вас, вас это впечатлит. Вы увидите, что наша школа действительно меняет жизни людей. Недавно к нам пришло письмо от мужчины из Финляндии. Он пишет, что эта школа полностью изменила его жизнь, и в его вере произошла реформация. Когда я читаю такие свидетельства, я думаю о том, что людям необходимо записаться в нашу онлайн-школу. Это важный инструмент, созидающий веру людей. Поэтому я настоятельно рекомендую вам подать заявку на обучение. А сейчас я хочу помолиться о вас. Где бы вы ни находились, нам нужно войти в Божье присутствие. Сконцентрируйтесь на Иисусе, подумайте о Нем, верьте в Него и попросите Его исцелить вас сейчас, если вы больны. Если у вас есть болезнь в теле, положите руку на больное место, и мы будем высвобождать славу и силу Божью. Отец, во имя Иисуса, пусть в Твое тело присутствие войдет каждый, кто смотрит эту программу по телевидению или через интернет. Отец, я благодарю Тебя, что Ты высвобождаешь Твою исцеляющую силу. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса коснуться тех, кто болен в данный момент и испытывает боль. Во имя Иисуса Христа. Я вижу, что Бог сейчас касается костных шпор на ступнях. Бог исцеляет ваши ступни сейчас. Во имя Иисуса я приказываю всякой болезни в ваших ступнях исчезнуть. Вы слышали свидетельство, которое я рассказывал сегодня. У вас такая же болезнь, Бог прикасается к вам. Примите помазание исцеления. Господь, сегодня я говорил о Тебе как о Христе Исцелителе. Прояви себя, Бог Целителя, по всему миру и высвободи свое мощное исцеление во имя Иисуса. Я приказываю болезни в вашем теле удалиться. Приказываю душевным болезням поклоняться перед именем Иисуса. Я противостою шизофрении во имя Иисуса.
Я прошу Тебя коснуться их разума прямо сейчас во имя Иисуса. Я покрываю их разум кровью Иисуса. Отец, исцеляй разум и тела людей. Я противостою раку. Я противостою всякому действию злых духов, всякому духу немощи. Убирайтесь во имя Иисуса. Господь, я высвобождаю сейчас Твою славу. Касайся и исцеляй больных. Высвобождай угнетенных. Будь прославлен. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Проверьте свое тело. Начните делать то, чего не могли. Будьте исцелены. Присылайте ваше свидетельство. Мы хотим слышать о том, как Бог вас исцелил. Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Большое спасибо, что были с нами. Я ощущал особенное Божье помазание сегодня в этой студии. Я надеюсь и знаю, что вы тоже это чувствовали. Запишитесь в нашу онлайн-школу. Свяжитесь с нашими студентами, которые уже получили благословение. Присоединяйтесь к нашей миссионерской поездке в Бразилию в октябре. На нашем сайте вы найдете множество возможностей принять участие в разных служениях. Вы можете стать нашими молитвенными и финансовыми партнерами. Каждую неделю вы можете получать наш бесплатный подкаст и смотреть нашу телепрограмму. Да благословит вас Бог! И до скорой встречи!